Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня, как всегда, в пути, как всегда, идем на море. К нам приехали Криточки, братик, сестрички из Санкт-Петербурга. Мы недавно гостили у них. В очень красивом месте, город Пушкин, они живут. Красота невероятная. Там парк сумасшедший. Я вообще считаю, лучший парк вот в Питере, такой душевный. Там красота невероятная. Но сегодня не об этом, я хочу показать. Вы часто спрашиваете, вот как вот в Голубицкой частный сектор. Вот примерно я покажу вам. Вот видите, так вот прямо люди живут. Вот так сдают. Здесь, кстати, дом продается у нас. Вот здесь у нас клубный переулок. Вот. И я хочу показать, вот как вот люди здесь снимают жилье. Кто-то любит гостиницы, отели. А кто-то вот и такие вот тихие дворики. Вот такие зеленые. Здесь можно шашлычки жарить в спокойной обстановке. Народу много нет. Вот как вот в таких типа гостиницах. Посмотрите, да? Вот куда там пойти? Стоишь на балконе, все. У тебя больше вариантов нет. А есть вот и такие дома. Вот обратите внимание. Клубный переулок. Кстати, да, вот смотрите. Я сюда скоро зайду на обзор. Смотрите, Клубный переулок 2. Запомните, телефон можно в интернете найти, может быть, я вам оставлю. Вот. Частные такие дворики, друзья, частные дворики. На улице Школьной, на Советской. Вот посмотрите, вот здесь практически все сдается. Вот жилье на любой тоже, так сказать, вкус. Даже с таким деревенским евроремонтом есть. Очень интересные места. В принципе, вы можете посмотреть, какие там дворы. Примерно у меня на канале есть видео. А вот как я живу. Я тоже ссылочку оставлю. Обязательно посмотрите. Идем мы сегодня на пляж. Родители у нас там, у наших детишек, загорают. Потому что мы любим поспать. И дядя Вася вот ведет детей. Есть такие вот гостиницы здесь у нас большие, тоже можно снимать. До моря отсюда примерно, ну, минут 6 через рынок, через администрацию. Я уже неоднократно показывал. Ну, сейчас тоже пройдем, посмотрим. Посмотрим обстановочку. Есть вот такие отельчики. Смотрите, большие, хорошие. Здесь вот столовая хорошая такая. Вообще Инглия. Здоровое питание, там очень вкусно и, кстати, дешево. Мясо, вот вы спрашиваете, здесь Клубный переулок 10. Очень хорошее мясо, я как приехал, вот мы здесь берем постоянно. И постоянно оно такое хорошее. Смотрите, какая обстановка здесь. Это у нас как бы такой центр, тут администрация. А, кстати, кто военный, тоже люди спрашивают. Вот здесь вот ставят печати. Прибыл, убыл. Вот именно здесь, друзья. Потому что такой вопрос животрепещущий. Ладно, идем дальше. Вот, посмотрите, здесь по пути это ярмарка. Но я уже ее так тоже снимал неоднократно. Она, к сожалению, у нас уже не работает в таком режиме. Я здесь часто сталкиваюсь с людьми. Они прям подходят к торговцу, спрашивают, а что случилось? Почему она такая стала маленькая? Много лет люди уже не были, которые в Голубицкой, спрашивают. Ну вот у нас, видите, у нас так потихоньку. Отдыхающих здесь мало. В центральной части станицы стало. Все в основном вот в новостроечный район, район Кавказ, Олимп. Там такие домики. Но там уже очень большая скученность. А здесь у нас, посмотрите, как хорошо. Тишина. В общем, прямо рай такой деревенский. Вот там вот рынок. Можно что-то купить. Аптека здесь есть. Парикмахерские, даже чебуреки. Поэтому кое-что есть по пути. Здесь вот, посмотрите, чаи, овощи, фрукты. В общем, голодными точно не останетесь. По ценам я уже проходил, смотрел. Сейчас не буду опять тут людей беспокоить, потому что каждый раз, когда сюда с камерой заходишь, они напрягаются так немножко.
А раньше вообще нельзя было снимать тут. Ну, несколько лет назад люди нервно так реагировали на некоторых блогеров. Я не помню, как же это, северянка синяя, что ли, как-то так вот у нее канал есть. Посмотрите, поприкалывайтесь. Там вообще, конечно, смешно. Но бывает. Вот, видите, здесь чача, коньяк написано. Но подозрительно, надо пробовать. Меня принимают так иногда за местного и пытаются втюхать подделки. И причем такие явные. Я-то сам делаю вино, чачу. Меня не обманешь, я, конечно, прикалываюсь часто. По всему югу мы ездим. И проверяю. Редко-редко можно найти настоящее. Вот, кстати, посмотрите, здесь заезд с 6 до 9, выезд с 16 до 21, режим с 7 до 23. А вот, потом она закрывается к вечеру, и обходить нужно будет вот здесь, там по переулочку. Но идти до моря, вы сами видите, близко. И я специально показываю, вот запомните, клубный переулок 2. Друзья, там Владимир, золотой человек. Я говорю, мы когда первый раз попали в Голубицкий, он нас выручил. Вообще, когда мы первый раз приехали, вот, жили у него. Это было самое сказочное время, конечно. Поэтому вот кому нужно жилье именно, посмотрите. Очень хорошее место, очень удобно. Вот пляж у бочки. Сейчас мы подойдем. Все вы про него знаете, если будете смотреть семейку Николаевых. Это как раз их пляж. Там даже есть безлимит. Вот, и мы уже дошли практически до семейки Николаевых. У них там тоже развлечения. Субарендаторы у них, вот почему скидка есть. Смотрите, Курортная 31. Вот такие дома есть. У нас самой Голубицкой не обязательно на Кавказе искать хорошее жилье. Вот представьте, сейчас там толпы, там не протолкнуться. Вот, а здесь хорошо, тишина, невероятная красота. Туристическое агентство здесь есть. Здравствуйте. Очень хорошо, вот сюда заходите. У пляжа, у бочки. Надежда работает. Наша зрительница тоже. Здесь тоже, посмотрите, есть услуги дополнительные. Идем дальше. Все, вот эта тропиночка сейчас закончится, и мы на море. Вот у нас, кстати, посмотрите, тоже шоу-программа в зоопарке. Надо будет туда зайти. Вот, запомните, вот телефончики, все такое, да, на паузу поставьте. Очень хорошее место, очень. Я в Питере, так сказать, помогал зоопарк переоборудовать. Там тогда у нас строительство было. Вот есть чем сравнить. Здесь хороший зоопарк. Тенечек там, хорошо. Очень много животных. Ухаживают за ними хорошо тоже. Все, а здесь уже такой бриз морской. Очень хорошо. Кто здесь рядом на пляже, тоже можно будет. Вот посмотрите, здесь овощи, фруктики. Что-то можно купить. Кукуруза. О, мороженое, попить можно, видите, хорошо, не отходя, так сказать, от пляжа. О, а что там, Дань? Чебуреки на пляже 100 рублей, сосиски-ежики, также в меню 150 рублей, коктейли, кафе на пляжу слева от прохода, где батуты. Интересно. Это, наверное, вот семейки Николаева кафешечка, друзья. Вот смотрите, чебуреки, пицца. Крутое место называется. Да, вот на эти аттракциончики именно есть скидки. У них большие шашлычок, чебуреки. То, пиво пенное. Комплексный обед 290 рублей. Да, друзья, Ксения у нас с Николаем развернулись хорошо. Посмотрите, здесь плов у них кругом. Комплекс 299. Молодцы. Вот такие люди у нас двигают торговлю, так сказать, Голубицкой. Обратите внимание. Все, выходим на пляж. Посмотрите, какой пляж здесь. Достаточно хороший. Там место, улучшающее рождаемость. Вот там вот за Кубанью. Посмотрите, это видео тоже.
кому-то пригодится. Кому нужны дети, обязательно приезжайте в Голубицкую. Вот такое море сегодня. Медуз я пока не вижу. Вот недавно был шторм. Обратите внимание, люди с винишком лежат. Хорошо. И вот так вот он этот пляж подразмыл. Но я думаю, что еще море намоет песок. Будет все в порядке. А развлечения водные у нас тоже вот есть везде. Всякие там, да? Ватрушки, бананки, парашютики вот такие. Катамаранчики тоже есть. Но у нас море достаточно часто штормит. Поэтому, кто хочет, это вот вам надо на центральный пляж, на грязевое озеро. Лучше туда. Вот. Либо вот тогда такая погода. Более-менее потише, посмотрите. Сегодня море не волнуется. Хорошо. Так, ну что, дети, где будем? Да. Подальше, да? Ну, пойдемте, пойдемте. Ищем родителей, так сказать. Они от нас уединились. Им пора уже третьего ребенка заводить. Может быть, повезет. Может быть, специально они от нас, да, скрылись на пляже. Это очень хорошо. Обратите внимание, как красиво. Какие облака. Просто удивительное место. Так. Ведут нас гости. Ведут. Что, здесь, Дань, да? Ну, на тогда, доставай, покрывайся, все, раскладывай. Вот такие дела, друзья, посмотрите. Рядом домики. Частная собственность, друзья. Туалет 50 рублей. Интересно. Место для курения. Ларечек можно тоже что-то купить. Хорошо. А вот медузы, кстати, я вижу, здесь у берега есть. Друзья, вот вижу, вижу. Все, вижу. Ошметки. Вот там подальше нет. А в прибое, к сожалению, есть. Вот маленькие, вижу. Надо вот туда подальше сходить, я понял. Понятно. Интересно. И вот здесь, посмотрите, какие монументальные сооружения у нас здесь построены. Да, какие-то египетские пирамиды практически. Вообще красота. Вот видео будет сегодня такое короткое. Я вам просто хотел показать, вот, чтобы вы сравнили, кто отдыхает сейчас в отелях и так далее. Так, немножко частный сектор. Ресторан для всей семьи, сытный дворик. Это вот тоже здесь находится. Здесь у нас пляжи, к сожалению, такие небольшие. Это вот как бы для местных жителей, для наших станичников. Видите, да? У нас как бы все для местного народа, все для местного населения сделано. Вот. Поэтому как-то так, друзья. К сожалению, без вариантов. Это у нас не Тама, не другие курорты, где там для людей делается все. У нас вот так. Ладно, я буду на этом заканчивать. Всем удачи, друзья, счастья. До свидания.